Да, всем привет. Давно не было у нас шахматных камбэков. Да, и мы играем против сбитня Никитоса. Я предлагаю уже перестать Да. экстремальные шахматы и пойти слон f6. Я давно хотел посмотреть, что здесь будет после вот этой штуки. Хейл, это камбэк. Я помню. Чем тебе не нравится? Да Ну, дай, поставь меня на c4. тем, что ты играешь Хэллоуин всегда. Нет, я же не пошел сейчас e5. Это две разные вещи. Я вот сейчас пойду 2-0. Ну ты просто без фигуры. Подожди. Это не все так просто. Да, конечно. Теперь вот он сейчас просто все разрушил, то, что я хотел сделать. Отмерзается, да? Ладно, придется так. Мы дадим шах. Мы не дадим идти в 2-0. Да. Я Тебе хотел тут... на f7 закинуть. Кого? Слона. Че, из коня прям? Ну да, видишь, он все порушил. Все мои старания. Он Вот убийца. это ты зря сделал. Теперь он пойдет ферзь d7, и ты не надо. Нет. Теперь мы пойдем Как... ладья e1 с идеей ладья e6. Ты уже испортил. Когда мне можно вступать? Вот сейчас. Нет. Смотри, у нас отличная компенсация. За пешку была бы. Но никак не за ладью. А так мы просто без ладьи. Ладно, чего там плохого, Никита? Да, сейчас обыграем, конечно. У нас мощнейшая атака. Именно мощнейшая. Именно атака. Нет, ну, я не вижу плохого в нашей позиции. Ну, конечно, конь на d5 неприятно. Вот видишь, мы напали на мат. Первую угрозу. И последняя, после кони f6. Не, конь f6, g4. Ферзя отдать. А, ну точно, да. Ну, ферзь h4, g4. Тогда h4 пойду, конечно. Там конь f5. Да отличная позиция, мы флаг срубим. Согласен. Что-то он поплыл, по-моему. Все, соперник думает. h4. Видишь, мы уже без слона просто. Тогда Нет. чем играть g3? Форточка. А, мы ограничиваем коня. Нет, это форточка. Почему мы не взяли ладью? Чтобы он ее убрал и потратил еще один темп. Теперь съел эту бесполезную пешку. И мы пошли ферзь g4. Ну, так быстро хлопнулся ты, я удивился, если честно. Нет, что, хлопнул, хлопнул. Не, ну кому нужна эта пешка вообще? Мне нужна, я бы тоже хлопнул. Так может ты против меня сейчас играешь? Стоп, стоп, стоп. Ну почему не ладья e5? Ну, он взял бы. А, так вот сейчас ладья e5. Ну да, например. Все, Паш, понеслась. Можно ладья e6 вообще? Ну ладно. Вот держи 5, потом хочу. Может быть сначала h6, потом ладья h5. Нет, потом пойдет g6, и мы уже ни на что не нападаем. А тут Да. нападаем. Не, сейчас победим. Ты такой оптимист. Я реалист. Реалист? А как на g6 играть? Брать, скажи. А, у нас же еще слон. Да, у нас еще слон. Давай минуту добавим. Ну давай. Тут уже не надо. Тут просто мат, да? Нет, он правильно играет. Может, мата и нет. Хотя, конечно, очень опасно. Я где-то должен быть все-таки. Ну, ферзь e6 надо играть. Да, я тоже так подумал. Но, есть какое-то но. Ну, есть ладья висит, но это не страшно. Конечно, что такое ладья? Там h6, да, будет? Ты что Да, хочешь? h6, ферзь f6. Симпатично. Да, и у нас не будет хватать двух ладей и коня. Ну, минуту добавь. Пусть человек подумает еще. Не, ну Хотя... сейчас шар даст. Так, он сейчас шар даст, и мы проиграем. h6 нету хода будет. Не будет. Ну, или мы ничью сделаем, не знаю. Ну, вот он и нашел, кстати. А так бы у него было 8 секунд. Какой из этого стрел был? А 60, да, кстати, тонкость такая. Ну. Ну и чё? Ну, будем камбэчить дальше. Ничего не меняется. Так, почему-то король в 7 не пошел. Теперь у нас может снова шанс.
Шансы. Ферзь f6 надо. Да, ну конь g6 тебе единственный ход. Ну. Наверное. Хотя так тоже, может быть, можно. Удивительно, но слона нет матующих полей. g4. А, нет, ну, стоп. А, ну да. У слона нет матующих полей. Давай покажем финальную позицию. Как бы, ну, таких матов очень много уже ставилось. Ой, Вот так извиняюсь. вот. Тут нету, а вот у тебя 4 на редкий мат. Что-что? Финальную позицию покажем мы без двух ладей и легкой фигуры. Да. Скорее вот тут надо показывать то, что мы в Г6 зачем-то пошли. Тут ведь явно есть нормальный способ выиграть, да? Ну, должен быть. Ну, ферзь f4? А, нет. Может так? Зачем? А, на f6? Единственное, что, не знаю, тут, наверное, это выиграно, да? А, вот это ты. Ну, я думаю, никому это не интересно. На этом всем спасибо за внимание. До новых Да, встреч. спасибо.